Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Алексей и сборка Beyond. Продолжаем развивать нашу базу. Так, судя по комментариям, люди наигрались уже в Майнкрафт, я так понимаю, что им не нравится то, что уже они видели. Ну, ребят, во-первых, давайте не забывать, что я ж снимаю не только для тех, кто вообще очень супер крут в Майнкрафт, также и для новичков. Вот, поэтому, естественно, я буду развиваться по порядочку и придется применять основные такие элементы, такие как, например, обычные генераторы, обычные накопители и так далее. Вот, так что терпите, как хотите, я не знаю. Так, значит, что я тут уже сделал с базой? Значит, я решил все по чанкам делать. Так, вот так у меня еще появилось два сектора, в которых я что-то буду сейчас размещать. Скорее всего, будем делать сейчас ферму, причем на каноле, потому что канола — это хорошо. Конечно, у меня тут есть и другие, ну, как сказать, источники энергии. Ну, просто канола мне сейчас понравится. Мне сейчас понравится канола. Потому что, во-первых, она у меня есть. Во-вторых, я, по крайней мере, знаю, что с ней делать. Так, а еще я хотел, что-то я сюда не просто так прибежал. Я хотел здесь кое-что взять. А, я, наверное, уже это забрал. Все понятно. Так, значит, я хочу сделать... У меня есть Builder Wands железная, но она быстро кончается. Где-то тут еще лежит остаток ее, вот он. Кстати, мы его, наверное, сейчас добьем уже, чтобы теперь про нее забыть. Так, и возьмем мы 3 стака земли, даже не знаю, хватит или нет. Сейчас попробуем. Так, где же сделать ферму лучше? Ну, наверное, вот пускай лучше тут будет. Пускай, да, пускай тут будет лучше ферма. Так, сейчас мы один ряд наваяем, а остальное сделаем с помощью Builder Wand, я так думаю, будет хорошо. И я вот не помню, на какой размер рассчитана эта самая, ну, сама ферма. Ферму я буду делать из Actual Addition, ну, то есть, собственно, из которой канола сама и генераторы соответствующие. А что это я решил, что мне столько земли? А, у меня палочка кончилась. Вот сейчас самое время тогда сделать. Так, я сейчас попробую. Тут есть другая Builder Wands. Где там она? Так, а ну-ка, Builder. Вот, вот такая вот волшебная. Она делается из Magical Wood и золота. Magical Wood делается из... Ну, в общем, легко. Так, мне единственное, что нужны книжки. Где-то я вот книжки приносил и куда-то их отложил. Вот, и вообще пора бы уже что-то делать вот с вот этим бардаком. Я в том плане, что надо... Так, вот, кстати, дерево мне понадобится сейчас. Ну, давайте, ладно, возьмем такое. Где-то так. Так, то есть нужно сделать какую-то систему хранения. Я вот буквально только что посмотрел гайд по Refined Storage. Где ж мои книги-то? Что-то я вообще не понимаю. А, так они же у меня с собой. Отлично. Я уже вижу ваши комментарии. Фу, слепой не видит книги. Так, 7 тех самых. Ну, я, наверное, все делать не буду. Мне, в принципе, 2 Magic Wand'а надо. Там что-то из него еще красивое делается. Я вот не помню. Так, стоп, мы сейчас посмотрим вот это и посмотрим вот это. Так, Destruction Wand. Это, наверное, для того, чтобы быстрее что-то другое делать. А, вот сумочку я хотел сделать. Вот сумочку по-любому надо. По-любому надо... Хорошую сумочку. Так что делаем, наверное, 3 полки. Так, 3 полочки. А они там что, делаются именно из этих самых? Так, 1, 2, 3. Есть. Все, это пока отложим. Может быть, нам книжки понадобятся вот именно в каком-нибудь таком виде. Так, хорошо. И нам золото нужно еще. А с золотом у нас типа проблемы, да? А, так у нас вообще с золотом проблемы. У нас его нет. Да, нормально так. Так, ладно, что у нас тут есть? Да, вот, пожалуйста, куча золота. Только жарь. Так, эта штука, я так понимаю, жарит по 3 сразу. Кстати, а вот не сделать бы все-таки нормальный капаситор, который тут ускоряет? Да, наверное, надо сделать. А ну-ка, что там нужно? Редстоун, медь. Медь у меня где-то есть. Так, 1, 2, 3. Их, по-моему, 4 штуки нужно, да? Так, 4, редстоун у нас где-то тут. И золотые наггетсы, да, вот они у нас есть. Так, вот 4 штуки. А из 4 таких можно сделать какой-нибудь продвинутый. Ух ты, как много интересного.
Так, я хочу вот такое. Тут нужно два Energy Alloy, и, ну, по-моему, у меня это все есть, только оно лежит в сундуке и почему-то оттуда не забирается. Так, это мы возьмем, и вот это мы возьмем. Так, можно, в принципе, наверное, как-нибудь вот так замутить. Во. Так, Double Layer Capacitor. А ну-ка, здесь он нам что-нибудь добавит? Скорости какой-нибудь? Добавит, конечно. Конечно. Так, я поставил вот такие бочки. Это из, кстати, Actual Addition. Вот. Хороши тем, что их не надо открывать. Ну, в смысле, как сундуки, которые открываются вверх. Соответственно, внизу просто вот она стоит, и туда можно залезать. И, короче, красота. Так, золото у нас есть. Мы хотели сделать вот так. Так. И хотели сделать Builder Wand. Кстати, а она вообще тратится? Хороший вопрос, да? Ну, сейчас узнаем, конечно. Так, и я хотел еще сделать сумочку золотую. Там, по-моему, два сундука нужно. По-моему, даже золото и... Ну, сейчас проверим. Так, золото и Magic Wood. Ну, все правильно. Так, все отличненько. У нас есть золотая сумочка, в которой можно хранить всякую гадость. Например, те же инструментики. Так, на всякий случай. А почему у меня... А, там можно еще один сделать, да, я так понимаю? Что-то я только что тут видел, по-моему. Что-то я там видел. Ну, тогда это хорошо. Тогда это хорошо, что можно еще один сделать. Где он тут? Вот он. Да. А, у меня нету электрума, да? Ну, не электрума, а вот этой вот гадости... розовой. Так, а из чего она там делается? Она из глустоуна. Короче, за глустоун нам придется сходить, так что мы это дело пока отложим. Отложим ненадолго. Так, это все мне тоже пока не надо. Хорошо, хорошо. Значит, сумочка есть, Builder Wand есть. Давайте попробуем доделать, как она вообще там строит. Ну что, точно так же и строит, да? Кстати, я вот интересно по размерам, больше она железная или нет. Сейчас мы проверим это. Нет, не больше, она, по-моему, как раз как железная. Вот, но зато она не тратится. И это, кстати, хорошо. Тратится только земля. Так, ну ладно, у нас будет вот здесь именно полянка для специально для фермы. Так, еще 64 штуки точно хватит, я думаю. Теперь мне бы нужна тяпка, которая тоже бы не кончалась. Вот, вообще тяпку неплохо бы сделать, наверное, из... Да нет, вот достроилась сразу целиком. А, ну она тут все, все правильно. Все там правильно, все там правильно. Давайте поспим. Вот, и уже потом подумаем насчет фермы. Так, под ферму понадобится электричество, да? Значит, нам понадобится также еще и провода. И вот по поводу проводов я бы хотел посмотреть какие-нибудь подешевле провода, потому что ферме большие провода не нужны, в общем-то. Так, какие у нас тут вообще есть? Вот такие, да. Ну вот из железа и редстоуна это самое то. По-моему, самое то. Давайте вот возьмем 37 этого, 48 этого, закинем сюда. Так. И оно нам должно быстро-быстро пожарить эти слитки. По идее. Кстати, жарит он по одному, по два, по три. Да, по одному только. Жаль. Хорошо. Это мы сделаем. Так, ну теперь корова. Да ладно, прям зашла. Ну, пусть будет. Бля, куда бы это все отложить? А вот это, кстати, неплохо бы и пожарить. Так что пускай там потом когда-нибудь пожарится. И это. Так, 4 уже есть. И сколько там, кстати... О, кстати, а жарится яйцо просто? Так. Яйцо с какой-то фигней получается гриндай. Прикольно. Какие интересные рецепты. Так, ладно, это у нас будет типа лут. Лут у меня, по-моему, здесь. Ладненько. Так, теперь по поводу фермы. Ну-ка, давайте смотрим. Фарм. Я, естественно, про вот эту ферму. Так, делается на из... энергетических этих самых. Это нам понадобится железо, да побольше. Так, мне понадобится, получается, 4 блока. Раз, два, три, 4. Так, закинутые вот в эту штуку. Спасибо.
Спасибо. Так, 4 блока есть, потом какой-то кейсинг вот этот и 4 пшенички. А вот пшенички у меня здесь с собой нету, но у меня ее полно на ферме, естественно. Так, потом к ней нужно будет, конечно же, протянуть провода, набрать кучу канолы, чтобы она ее садила. Ну, кстати, вот это дело можно сразу и забрать, в принципе. Так, раз, два, три, четыре. Четыре, отлично. Вот, потом нужно сделать систему хранения. И вот тут-то как раз я, наверное, Refined Storage и попробую применить. Да, я думаю, это будет очень даже вовремя. Так, фарм есть. Мы его поставим, наверное, куда-нибудь вот сюда. Я не помню, какой объем он охватывает. Кстати, какой объем он охватывает? И вообще, есть ли из Actuali Addition апгрейды какие-то? Ну-ка, Actuali Addition. Так, Actun. А, есть апгрейды. Они называются, по-моему, типа Phantom Booster какие-нибудь или что-то типа того. По-моему, так. Так, а, вот же. Drill Speed Upgrade. Drill Seal Touch. Надо на дрель поставить такую штуку. Так. Стоит, наверное, дофига, естественно. Так, так, так. А есть ли какие-нибудь штуки, которые увеличивают ферму? Ну, что-то похоже как раз вот именно на вот такие лазеры, по-моему. По-моему, они как раз увеличивают ферму. Биореактор. Вот это, кстати, мне тоже понадобится потом. Но это когда у меня уже будет много всякой фигни. Так, так. Фантом бустер. По-моему, он. По-моему, он. Алмазы, эндер кейсинг. Да ну, не, это что-то не оно. Это, по-моему, штука, которая передает. А чем же она увеличивается? Вот это надо посмотреть. Так. А чем же она увеличивает размер? Блин, ну ладно. Ладно, я потом выясню, конечно же. Так, где у нас тут центр вообще? Так, раз, два, три, четыре, пять... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот тут. Вот тут оно должно стоять. Только стоять в другую сторону лицом. Так что... О! Нет, стоп, это не то. Кстати, из этого мода, по-моему, есть еще ключ. Но это для лазер, да? Для настройки лазеров. Ну, дело хорошее. Конечно. Так, а что у нас есть вообще из ключей? Ничего нет, надо идти брать. По-моему, из Thermal Expansion подойдет везде. Но вообще, я бы, конечно, взял все. Так, а еще нам нужна тяпка, по идее. Причем, даже не знаю, делать ли на этом самом, выливать ли эту тяпку. Ну, пока, наверное, не буду. Потом, если это будет проблема, а это будет, естественно, проблема. Вот, потом мы это сделаем. Так, дерево у меня, кстати, есть с собой. Так, раз, два. Пока отложим. Так, я, наверное, сейчас сразу пару тяпок сделаю, потому что мне понадобится навыбивать червячков. Вот, и они, по-моему, выбиваются. А, они, по-моему, именно из травы выбиваются. Из вот этого я их не выбью. Точно, 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 точно. Так, два у меня точно, я знаю, есть. В принципе, если мы сейчас... Где-нибудь здесь. О, кстати, тут она так траву хорошо сбивает, тяпка, вообще-то. Так, если мы здесь сейчас вот так поделаем. Вот он тебе, один червячок уже. Так, а мне понадобится... По-моему, она 9 на 9, я вспомнил. Точно, 9 на 9, так что дофига я ферму сделал. Так, а можно на ферме 9 на 9 сделать... Черт его знает, можно или нет. Так, вот у нас еще червячок. Так, у нас уже три червяка. Это один ряд уже готов, считай. Да, тут нужно именно вспахивать траву, тогда червячки появятся. По-моему, так. Вот, может быть, и без травы можно так получить червяка. Если честно, не знаю. Так, так. Сколько у нас уже? 8. Нам нужно 9. Вот тебе 9, отлично. Так, теперь то же самое, только там. А, ну и там теперь, получается, вспахивать не нужно. Да, нужно здесь сделать лесенку, чтобы залезать, потому что я теперь не знаю, как мне домой попасть.
Вот так. Попасть домой. Хорошо. Тогда получается ставим вот сюда. Так, эту штуку уж я хотел развернуть. Стоп, 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 стоп. А где у нас ключ из Thermal Expansion? Я его так и не взял, да, получается? Хорошо, из Ender.io поворачивает. Нет, не поворачивает, а из этой штуки. Так, charge. Да что ж такое? Не, не поворачивается. Ну, короче, наверное, проще переставить его, да? Его нужно, получается, ставить лицом, то есть задом к ферме. Во, вот так. Хорошо. Ну, червяки тогда вперед. Вот вам еще место. Так, и вот вам еще место. Так, а может быть как-то можно было все-таки компактнее это сделать, а? Ну да, почему-то мне кажется, что компактнее реально можно было бы сделать. Две фермы. Ну ладно, пускай пока так будет. Нам, в принципе, каемочка тоже нужна. Может быть, чего-нибудь сюда тоже посадим, такое, что не требует сбора. Вот, но вообще, конечно, надо было спроектировать заранее это все дело. Так. И вот так. Значит, почему я червячков хочу именно? Не потому, что они сами тут мне сейчас вспахают и будут намачивать, ну, мочить землю. Дело в том, что они еще и помогают расти, то есть они типа удобряют, поэтому посадить будет намного проще. Так, хорошо, теперь нужно к этому делу что-то все подключить. Что-то надо все подключить к этому делу. Так, ну я думаю, что мы вот так и будем заводить провода. Сюда нужна, естественно, еще и энергия. И я хотел сделать провода подешевле, да, чуть-чуть. Потому что из Glowstone это дороговато все-таки. Так, сейчас мы сделаем подешевле провода. Вот, кроме того, нам большой энергии там особо и не нужно. Кстати, а что еще из этого металла хорошего делается? Магнит, пожалуйста. Но тут мне понадобится вот такая штука. Да, магнит просто офигенная штука, ее нужно иметь. Так, это мы сейчас откинем. Так, и лишнее сюда поскидываем. Ну, в том числе и землю. Так, это мы подключим. Теперь, как-то ж нужно оттуда забирать это все. Но вот прежде чем забирать, мы, наверное, придумаем какую-нибудь систему с Refined Storage. Но это будет чуть-чуть позже. Так, где-то у меня тут была лесенка, по которой можно спуститься вниз. Так, отлично. Выход у нас здесь. Кстати, о рыбках. А можно ли к этим проводам подключать? Ага, можно. Не можно. Блин. По-моему, я зря только истратил. Так, как ты... Стоп. Ладно. Так, и мне не вернули, да, вот тот проводок. Я его просто тупо заменил, получается. Этот-то проводок подороже будет. Так, ну хорошо, тогда мы подключимся как-нибудь вот тут. Да, потому что это у нас тоже. А, нет, вот он, этот проводок. А, вот как он работает. Зажимаешь Shift и крутишь. Ух ты, сколько много интересного. Прикольно. Прикольно. Там какие-то режимы, получается, есть. Так, вот он этот проводок, который подороже. А сюда мы подключим. То есть ничего тут не пропало. Зря волновался. Так, в общем, это типа у нас будет разновольтовая энергия. Так, это подключаем сюда. И у нас уже ночь, в которую неплохо бы и поспать. Так, так, так. Так, хорошо. Так, сейчас мы быстренько поспим, потому что мы так напросимся на неприятности. И нужно еще этот засветить, потому что у нас там заспавнится всякая ерунда. Да, ну вот, кстати, зачем, собственно, нужны эти самые наши бордюрчики. Так, а ну-ка давайте нажмем F7. Ну, как-нибудь типа вот так. Да, вот так. Вот так. И вот так. Угу.
Отличненько, отличненько. Ну, типа засветили. Так, хорошо, здесь у нас все есть, энергия есть, закидываем семена, и он, по идее, их должен посадить. Посадить, кстати, можно было бы и самому, и не тратить драгоценнейшую энергию. Да, это я согласен. Ну, потому что на посадку тоже требуется энергия. Так, а я думал, у меня много семян, а у меня их, оказывается, даже не хватит. Мне же нужно 81 семечко, получается, нужно было иметь для того, чтобы засадить все. Так, а вот и все. Закончилось. Так, ну, по-моему, канола сид можно получить, а может быть и нельзя, из канолы самой. Да, вряд ли можно, вряд ли. Так, у меня, оказывается, даже тут есть место незасвеченное. Так, отключим эту фигню. Так, что у нас с энергией получается? 0 РФ. Ну, потому что ничего не тратится, все заряженное, здесь все готово. Тут я немножко автоматизировал, да, я знаю, в прошлой серии забыл тут направление сделать, вход-выход. А, я вот тут, по-моему, сделал неправильно Always Active. Я тут, короче, что-то другое поставил. Ну, ладно, в общем-то, все работает. Так, ну, хорошо. Видите, у нас уже канола начала расти, потому что вот эти вот товарищи ее удобряют. Так-то, в принципе, хорошо. И отсюда нужно будет как-то забирать. Как-то забирать. Вот для этого мы, наверное, сейчас начнем с вами строить Refined Storage систему. Так, сейчас мы откинем лишнее. Спрячем всякие эти самые инструментики. Так, это оставим. Вот этот булыжничек сюда. Железо, я так думаю, что нам понадобится. Так, а провода вот сюда закинем. Итак, Refined Storage. Вот так оно пишется. В принципе, не очень-то и много всяких объектов. Значит, по сути, кто не в курсе, Refined Storage мод — это то же самое, что и Applied Energistic, похоже. Вот, только очень-очень упрощеннее, а функции практически те же. Конечно, ничего такого прям сильно сложного на нем не сделаешь, хотя вот из того, что я пользовался, мне вполне хватает. Так что, в принципе, авторам спасибо за мод. Так, ну и начнем с чего? Естественно, нужно с контроллера начать. Как-то он выглядит вот так, по-моему, да? Так, это креатив контроллер, это не то. А просто, вот он, просто контроллер. Так, нам понадобится силикон, вот такая вот штука и вот такая вот штука. Короче говоря, нам понадобится очень много железа, которое совмещено с кварцем. А кварц у нас, как известно, вот тут лежит. Так, ну давайте, наверное, сразу сделаем стак. Так, стоп, а что это такое? Electrical steel, а это... кварц, это не то. Это не то. Так, нам нужно стак, наверное, железо. А, это все железо, да? Да нет, это не все железо. Вот, все железо. Ну, давайте пока сделаем стак. Я думаю, нам вполне хватит этого. Так, да, есть. Так, почему у нас тут... Чего? Кварцшард из вута. А вут получается... Боже ты мой. Даже не хочу думать, что такое вут. Так, вот таких штук нам понадобится, наверное, какое-то количество. Штучки 4, я так думаю. Так, есть. Дальше нам, естественно, нужен алмазик. Алмазики и всякие хорошие штуки у нас тут. Также нам еще понадобится силикон. Где-то я его видел, он у меня как-то получился случайным образом. Вот он. Секунду. Так, продолжаем разговор. Отвлекли меня. Вообще я уже забыл, на чем мы тут закончили. Так, мы, по-моему, делали контроллер. По-моему, его. И, по-моему, у меня уже все есть. Нету, чего нету? Ну, нужно вот сюда зайти, тогда все будет у тебя. О, я могу даже два контроллера делать, если что. Так, контроллер у нас есть. Дальше нам понадобится... ну, диск-драйв, наверное, точно понадобится. А вот для этого нам понадобится... Солдерер. Как ты там, собака, выглядишь? И где ты вообще вот тут? Так, я что-то его не вижу. Вот оно. Ах ты, тут два пистона, да еще и вот таких. Так, чем же мне заменить слайм? Ну, какой-то тут резина какая-то есть. Фрактонейтинг. Да. Блин, а вот это вот я не предусмотрел. У меня нету слаймов.
У меня нет слаймов. Подождите, под слаймы, по-моему, а ну как, давайте посмотрим, как можно слайм сделать. Давайте-ка посмотрим. Так, ну понятно, про полисом и так далее. Слайм перл, или можно поймать, да, рыбешку. Так, еще как, еще вот так, вот так. Понятно, выбить из слайма, это понятное дело, из этого, или кактус, да, переделать. Вот на этом мы и тормознули, вообще-то. Так, знаете, что я хотел посмотреть? Тут нет бобов, нету, жаль. Ну, тогда надо переть куда? Где-то я тут видел слайм-остров. Это будет, наверное, вот он. В принципе, не очень-то и далеко. Так, давайте-ка все выложим. И я сейчас, наверное, схожу за кадром. Ну, по крайней мере, дойду до туда за кадром. И потом мы вернемся. Так, мне надо понадобиться что? Какая-нибудь... А, стоп, подождите-ка. Подождите-ка. Мне что, в принципе, нужно не столько слайм, сколько слаймовый этот самый пистон. Так, а ну-ка, подождите-ка. Ну, я знаю, что просто из резины делается. А, ну тут вот, только три рецепта. Так, это из Tinker's Construct. Jump Boost. Какой-то есть тар. Ну, тар из жидкой... Угу, из жидкой этой самой, из жидкого угля можно сделать, да? Так, а жидкий уголь можно сделать из магма крюсибла, понятно. По-моему, быстрее все-таки будет сходить этот самый. Кстати, а есть у нас какие-нибудь эти... Как же они называются там? Нет, не стейрс, а... Ну, лесенки типа, а ну-ка, ладер. Ну, ладер — это такая лестница. Кстати, у нас есть из Dark Steel, наверное, она быстрее, да, есть еще из камня, наверное, тоже чуть-чуть быстрее. Так, ну я так думаю, что просто нужно взять обычный там какой-нибудь, я не знаю, гравий, что ли. Вот, нам столько точно хватит, чтобы залезть. Вот, сейчас по-быстрому сгоняем к нашему слайм-острову. Так. И там нарубим то, что надо. Осталось выяснить, где он. Вон, аж там. 200 метров. Да, я думаю, мы добежим. Так, а что у нас с днем? А день у нас садится. Так, ладно, я сейчас тогда поставлю на паузу. И с утра добегу до него. И когда уже залезу, тогда мы вернемся. Так, ребят, вы не представляете, насколько я был счастлив, вспомнив, как называются леса на английском. Оказывается, Skyfold. Так, ну, где-то вот отсюда я так... Так, стоп, серединка — это серединка. Сколько там блоков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот этого центра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот где-то тут нужно их выстраивать. Эу. А, вот так нужно. Так, стоп, 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 стоп. Так, во. Ох, да чего ж хорошая штука, только она сейчас прямо упрется в этот остров. Ничего, нам главное, чтобы хватило. С них потом и слезать проще, и ломать их проще. Кстати, а может и не хватить. Что-то высоко, если честно. Да, остров высокий, согласен. Так, а еще там нужно будет как-то... Ничего себе, какой высокий остров. Так, пожалуйста, хвати. Хвати. Ну, по-моему, почти. Я просто другие-то блоки вообще не взял. О, вроде хватило. Так, и сейчас мы, наверное, как-нибудь вот так сделаем. Надеюсь, сейчас на нас не польется какая-нибудь гадость. Так. Так. Хорошо. Чик. Чик, чик, чик. Так, ну давайте слаймы. Ну, я, конечно, их ждать не буду.
Вот, мы просто сделаем вот так. Ах ты, черт, оно само не рубится. Ой, и так не рубится. Вообще никак не рубится. Так, вот у нас уже и много слаймов. Надо же, наверное, и сами эти пособирать. И голубые слаймы, кстати. Ну, кстати, они мне, в принципе, понадобятся и для других целей. Например, сделать арбалет нормальный. Да, так что голубой слайм мне пригодится. Его, правда, много надо. Вот, но мы же посадим деревья, и будет все хорошо. Я не знаю, каким лучше инструментом копать слайм, если честно. Так, здесь он вообще какой-то розовый, если честно. Или его нужно именно сбивать? Да, ну не, сбивать я, конечно, не буду. Так, два дерева тут всего было, да? Так. Вот как хорошо, что вот видите, железный инструмент, если делаешь, то он получается немножко магнитит. Вот видите, залетают сами, можно сказать. Так, и надо посмотреть. По-моему, именно из голубого слайма. Ну, во-первых, можно сделать себе сапоги классные. Так, и слаймбола, он у нас участвует как раз в Tinker's Construct, по-моему. Ну ладно, то мы потом разберемся. Или это было в предыдущем Tinker's Construct, я уже вообще не помню, если честно. Так, ну мне нужно хотя бы пару саженцев, если честно. Ну, чтобы я типа не зря пришел. Так, есть у нас тут саженцы? Че, вообще нету? А, есть саженец один. Так, ну вот еще один. И в принципе... Так, что-то у меня с голосом. В принципе, нам хватит. Так. Ну, вроде хватит. Так, а что у нас тут вообще с обзором? Не видно ли отсюда какой-нибудь замечательной штуки? Вот это вот что за площадка такая прикольная? Да, понятно, понятно. Так, и еще бы найти, как спускаться отсюда. Я вообще где лестницу построил? Вот там. Так. И если вот так сделать, то можно очень быстро спуститься. Не то что быстро. О, кстати, нас там уже друзья ждут. У них-то там темно, оказывается. И они там запросто спавнятся. Так, а кто у нас там ждет? Скелет, зомби-житель, по-моему, да? Ага, тут даже не зомби-житель, а какой-то другой житель. Еще и со скелетом. О, и они, в общем-то, начали драться между собой. Ау, не совсем между собой. Скелет, иди сюда. Да ты гляди какой. Ух ты, они меня сейчас убьют. Они меня сейчас убьют. Так, ну-ка давайте валить отсюда потихоньку. Я бы, конечно, хотел... А зачем я их буду забирать? Вдруг мне придется прийти сюда еще. Согласны? Согласны. Так, ну ладно, я побежал тогда домой. Со слаймом. Вот, и у нас уже время подходит к концу. Ну давайте хотя бы доделаем что-нибудь из этого. Так, вот я и дома. Сейчас мы всякий лут сюда откинем. Возьмем вот этих слаймов. Так, эту землю, наверное, тоже пока нам не нужна. Так, и где-то у меня тут были уже пистоны готовые. И опять же вспомнить бы Refined Storage. Что я вообще делаю? Так, у меня уже есть контроллер. Мне нужен диск драйв, да, получается? Так, мне нужно два липких поршня. Так, стоп, не так. Так, раз, два. Так, и где он? Диск драйв, диск драйв, диск драйв. Вот он. А, мне же нужно не диск драйв, мне нужно сначала вот эту штуку сделать. Так, и здесь вот этот вот кварц полученный нужен. И куда я? Вот он, кварц. Вот оно. Так, эта штука есть. Ему, по-моему, кабель. Ему, по-моему, энергия нужна. Ну, или кабель нужен. Кстати, что там у нас с кабелем? Кабель, кабель, кабель. Так. Тут, кстати, всего один вид кабеля. Очень даже. Так, white clear glass. У меня, по-моему, такой есть. О, отличненько. Кабеля нужно, кстати, побольше сделать. Так, сейчас мы еще редстоуна сюда разберем. Так, так. Ой, как много кабеля. 60 штук, я думаю, пока мне хватит.
Да, ну чтобы стекло не тратить лишнее. Так, хорошо, кабель у нас есть. Значит, контроллер у нас есть. А где, кстати, контроллер? Или я его не сделал? А, чтобы сделать контроллер. Ха, так я еще контроллер. Нет, подождите, контроллер я сделал. Вот он. Так, контроллер есть, кабель есть, это подключим. И контроллер должен стоять где-то возле системы питания. Так что мы, наверное, его подключим сюда, а все остальное кабелем подсоединим. Ну, я так думаю, да. Потому что эти провода, по-моему, дороже, чем кабель. Так, единственное, что они не стакаются, да? Ну ладно. Так, подключим сюда, отличненько. Причем он со всех сторон подключен, отлично. Так, и здесь поведем вот этот вот кабелек наш. Так, и причем поведем его во все стороны, и будет у нас единая система. Так, а где же у нас... Выводить мы, наверное, будем его где-нибудь... Давайте подумаем, где. Значит, вот здесь у нас, наверное, будет выводиться сама система крафта. Так. Вот, как-нибудь вот так. А вот эта штука будет выводиться... Ну, в смысле, штука, которая делает... Давайте, пускай где-нибудь вот тут и выводится. Так, кстати, потом это все можно будет все равно сюда подключить. Так, эту штуку ставим вот так. Так, и кабель куда-нибудь сюда. Так, отлично, он так идет прямо у нас, прям как знал, куда идти. Так, здесь подключили. И тут подключим, ну, не знаю, наверное, вот так и подключим. Так, все хорошо. Так, конечно, для проводов, возможно, придется здесь виток сделать, но не обязательно. Так, и что нам там нужно для диск-драйва? Нам понадобится Advanced процессор, который делается из Printed Silicon, силикон из этого. Ну, надеюсь, что подойдет силикон, тот, который у меня есть. Давайте вот 10 штук сразу сделаем. Так. Да, подходит. Не надо никаких этих паттернов, ничего такого. Но оно действительно, пока ты там все настроишь, у тебя уже пропадет желание. Но с другой стороны, конечно, Applied Energistics все-таки кажется посерьезнее модом. Да. Вот еще что-то мне там смс-ка пришла какая-то. Так, значит, что нам там нужен? Advanced процессор, это, по-моему, этот самый. Так, стоп, это мы уже собрали. Диск драйв. Подождите, что-то вот диск драйв, и еще какой-то диск драйв, или мне кажется, нет, наверное, мне кажется. Так, алмазик, из алмаза делается, да? Вот у нас как раз алмазик. Так, все, давай последнюю закидывай. Так, и потом редстоун, и вот эта штука, это получится как раз этот самый процессор. Ну ладно, значит, эта серия у нас будет 40 минут, а что делать? Так, и как-то вот так, и вот так. Да, и у нас получится этот процессор. Так, и что там еще, кстати, нужно к этому диск-драйву? Ну, понятно, что диски. А, это диск-манипулятор, вот в чем проблема. Я чувствую, что что-то их два. Диск-манипулятор – это немножко другая штука. Так, мне еще понадобится сундук. Так, ты иди сюда. Есть ли у меня сундук где-нибудь? Где-нибудь в дереве. Так, сундучок. Так, секунду. Так, что там у нас? Сундук, вот эта штука и редстоун, по-моему. Нет, не редстоун. Ля, уже забыл. А, этот самый блок, все правильно. Ну, он еще и долго делается. Так, значит, мы его, получается, поставим, этот диск-драйв. Так, куда-нибудь вот сюда, наверное, и поставим. Он же нам постоянно-то не нужен. А вообще диск-драйв можно поставить типа в серверную, чтобы он там стоял, потому что он зачем нам ежедневно на него смотреть, на этот диск? Да не, ну все-таки добавлять эти карты, это будет, наверное, быстрее, если он тут будет стоять. Так что, наверное, все-таки поставим его сюда. Все. И здесь мы можем теперь подключать. Так, и нам, естественно, нужен терминал. Терминал. Ой, господи, а как же он хотя бы выглядит?
Так, грид, крафтинг грид, да, вот это вот, крафтинг грид мне нужно. Нужно сначала сделать грид. Ох, а тут из всяких разных. Ну, я так думаю, что вот это как раз я за кадром могу сделать. Один алмазный, два золотых, один редстоунный. А тут даже вообще вот так. Вот, и мы, я думаю, эту всю систему скрафтим и потом подключим нашу ферму. Кстати, давайте посмотрим, что там у нас ферма работает вообще. Насколько хорошо. Ну, что, пожалуйста, канола делается. Семена уже все засадились. Ну, почти все. Так, и она обслуживает как раз 9 на 9, получается. И, по-моему, она даже сама могла вспахивать, если я не ошибаюсь. Ну, все, на этом все, дорогие друзья. Спасибо большое, что посмотрели, и всем пока.